Всем привет! В этом выпуске я покажу 5 must-have'ов, без которых я не могу обойтись этой зимой. Первая вещь, с которой я начну, казалось бы, очень простая, но без нее я не обхожусь. Это обычные черные леггинсы, но они с начесом внутри. Такие утепленные леггинсы – это очень практичный выбор на холодный сезон. Я выбираю стрейчевые варианты, они хорошо садятся, они красиво подчеркивают фигуру. Также на зиму я выбираю модели с высокой посадкой. Внутренняя сторона имеет начес, который помогает удерживать тепло. Такие лосины отлично подойдут как домашняя одежда. Также их можно носить под основной одеждой для утепления. Ну и, конечно же, использовать как самостоятельную часть образа. И, конечно же, стоит отметить, что такие леггинсы носибельны и при этом недорогой вариант одежды на зиму. Второй must-have этой зимы – это теплые сапоги по типу UGG на высокой подошве. Именно такие модели с платформой сейчас в тренде. Я выбрала себе пару сапог в коричневом цвете. Именно в таком цвете у меня больше всего верхней одежды. Этот качественный и при этом доступный по цене вариант я нашла на маркетплейсе Temu. Эти сапоги очень теплые, они внутри с густым искусственным мехом и также есть декор в виде меха на сапогах. Также сзади есть декор в виде бантиков, которые пристегиваются и отстегиваются на липучке. На маркетплейсе Temu можно найти очень крутые вещи и при этом по бюджетным ценам. К тому же в описании еще есть промокод со скидкой на покупку. С очень маленькой суммы покупки доступна бесплатная доставка. Также очень удобно делать покупки через приложение Temu. Ссылочку я вам также оставлю в описании. Следующий мой must-have на этот сезон — это, конечно же, дубленка. Я сейчас от дубленок просто в восторге. Это уже не первая дубленка за эту зиму. Важно выбирать дубленку актуального кроя. Я выбрала модель слегка укороченную с заниженной линией плеча. Также здесь внутренняя часть из искусственного меха. Очень приятные цвета у этой дубленки. Она коричневая и отделка из меха здесь в бежевом цвете. Очень круто смотрится такая дубленка в образах. Я смотрю, этот вариант, который я купила, уже разобрали. Я оставлю ссылочки на очень похожие варианты. И, кстати, многие из них есть также по бюджетным ценам. Must have 4 – это трикотажный костюм. Трикотаж – это удобно, комфортно, уютно и практично. И уже он укоренился в наших гардеробах. Я заметила, что сейчас снова становятся актуальными юбки до колен или чуть-чуть ниже колен. Поэтому я решила приобрести трикотажный костюм именно с такой юбкой. Юбка из комплекта в коричневом цвете, она прямого кроя и сзади, снизу есть разрез. Также на юбке спереди есть два накладных кармана. Свитер из комплекта в молочном и коричневом цветах, трикотаж здесь в рубчик. И юбка, и свитер здесь простого кроя, поэтому их легко будет сочетать и с другими вещами вне комплекта. И, наконец, 5-й must-have – это бесшовный бюстгальтер в бежевом цвете. Конечно, это не только must-have на зиму, но и на любой сезон. И если вы хотите, чтобы белья не было видно под одеждой, выбирайте именно такие варианты. Однозначный must-have в гардеробе любой девушки. Ссылки оставила в описании. На этом сегодня все. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на инстаграм-аккаунт и до скорого. Пока-пока!